Особое мнение на 101 FM. 12.08 в Кирове. Программа «Особое мнение» в эфире. Яна Лапшина. Приветствую слушателей. Говорю здравствуйте гостю нашей студии. Сегодня это Андрей Вавилов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области. Андрей Николаевич, добрый день. Добрый день. Ну и говорить мы, конечно, будем сегодня много о бизнесе и о предпринимателях. Прежде чем мы перейдем там, к нашим местным темам, так или иначе, новость, которая тоже нашей области касается в любом случае, но федеральная, исходит из федерального центра – вас попрошу прокомментировать. Это история с повышением ключевой ставки Центробанка. Ну, говорили об этом много, о том, что, скорее всего, это произойдет. До 12% она сразу выросла. И вот сейчас разные есть мнения, разновекторные, скажем так. Как это скажется на экономике, как это скажется на бизнесе. Такое обывательское мнение, повышение ставки Центробанка удорожает кредиты, а, следовательно, делает жизнь бизнеса сложнее. Это так? Несомненно, так. Несомненно, кредиты подешевеют, ставки по ипотекам подорожали. Подорожают. Подорожают, ставки по ипотекам подорожали. Ну, мы это все всегда проходим, то есть Центробанк делает для того, чтобы поддержать денежные средства в России, то есть повышая ставки по Центробанк, так привлекает более дорогие деньги, ну и более дорогие деньги приходится тоже продавать. Так, ну, как бизнес выкручивается? Бизнес всегда выкручивается. Ну, понятно, вы предприниматели, вы предпринимаете, да? Они предпринимают, но тем не менее... Я думаю, что все, кто хотел кредиты взять, давно уже взяли. Мы все закредитованы. Новых кредитов брать, ну, под новые проекты, значит, будем считать с новыми ставками. Угу. Нет безвыходной ситуации. Да, это плохо, но так Центробанк решил... Так играть. Но повлиять на это решение, понятно, мы не можем никак. Мы не можем повлиять, поэтому у нас у бизнеса сидеть плакать и то, что случилось, нет, мы не плачем, нам некогда плакать, нам надо работать. А есть инструменты какие-то для бизнеса, помимо дорогих коммерческих кредитов, которые можно использовать, или, может быть, сейчас как раз там в связи с ситуацией обсуждаются варианты какие-то, не знаю, льготных каких-то кредитов, суд, еще чего-то? У нас есть областной фонд поддержки малого предпринимательства. Uh-huh. Если мы совсем маленькие, мы идем туда. А если мы чуть побольше, мы еще можем попросить поддержку корпорации развития. Тогда получить какие-то банковские гарантии, еще что-то. Но в любом случае и банковские гарантии, это опять в банк. У нас выбора, у среднего бизнеса выбора немного. Но опять среднему бизнесу проще просчитывать горизонты планирования. То есть мы не маленькие, которые сегодня работаем, завтра не работаем. Мы те, которые стабильно работаем, можем считать, там, нужна нам эта ставка под новые проекты или не нужна, когда она окупится или не окупится. То есть бизнес просто сейчас на паузу поставит какие-то кто-то проекты? Кто-то поставит на паузу, кто-то посчитает, что и при этой ставке вытянет. Все зависит, конечно, от проекта. А по отраслям мы не можем сказать, где будет сложнее, где будет проще. Ну вот вы ипотеку упомянули. Повышение кредитов ипотечных как-то на строительной отрасли скажется или нет? Ну, ипотечные кредиты будут меньше получены, значит... Меньшее количество людей сможет купить квартиру в ипотеке. Так. Да. Все понятно. Это, ну, это закон рынка. Но пока со стройкой у нас, я так понимаю, достаточно неплохо все, то есть рост... В сравнении с тем, что было последние, предпоследние полтора года. Выдали два разрешения на строительство за предыдущий какой-то год, а теперь их будет хотя бы 20, то у нас десятикратно увеличение. То есть нам есть чем похвалиться с точки зрения статистики. К сожалению, да, нам есть чем похвалиться даже. А почему к сожалению? Ну, потому что когда выдавали два разрешения на строительство в городе Кирове за год, ну, это... Я не знаю, как это называется. С одной стороны, надо радоваться, с другой стороны, не тому радуемся, да? То есть... Все относительно. Понятно. Приведи... Как это было в библейской легенде-то, да? Приведи к себе домой всех, потом всех выгони и спокойненько вздохни. На самом деле это печально. Сначала создаем проблему, потом решаем. Да, это печально, что мы довели строительную отрасль до такой ситуации. У нас при предыдущем губернаторе была куча встреч, эмоциональных. Чему они приводили, мы все знаем. Поэтому, да,
много коллективов строительных пришлось, часть коллективов распускать. Это беда. Сокращали сотрудников. Дмитрий Сергеев, насколько я помню, фирма «Маяковская» рассказывала у нас, что, по-моему, до 40% он вынужден был сократить. Ну и не он один. Угу. Поэтому это все печально. Но дай бог, чтобы это не повторялось, чтобы власть, ошибки власти не повторяла. И как бы делала выводы из чужих ошибок предыдущих правителей, так скажем, скромно так скажем. Ладно, будем надеяться на то, что урок пройден, правильные выводы сделаны, и ситуация не будет повторяться в негативном ключе. Будем надеяться на то, что все предприниматели как-то свыкнутся с мыслью о том, что ставка 12%, вот, и будут надеяться тоже на лучшее, на развитие. Давайте о таком более приближенном к земле, что ли, поговорим. Инвестиционно-предпринимательские десанты в районы Кировской области. Это история, которая тоже у нас, как я понимаю, возобновилась с приходом нового губернатора, да? То есть при Игоре Васильеве как-то не очень это все развивалось, если мне память не изменяет. Я не был омбудсменом в этот период. Мы продолжали быть общественниками. Мы как-то в опоре же вы работали, «Опора России». Ну, мы не работаем, мы там служим, можно сказать. Хорошо. Общественную работу выполняем. Хорошо. Вот. Действительно, было затишье. Небольшое было затишье. Мы в любом случае оставались активными в пределах тех предпринимателей, которые входили в нашу общественную организацию, в ВТПП. Должного внимания со стороны власти вроде бы как и не было. Сейчас, слава богу, все восстановилось. Мы объехали треть области за вот это лето-весну. Угу. Будем обязательно продолжать. Единственное, у нас сейчас опять перетрубация в министерстве, к сожалению. Дмитрий Александрович Грушков у нас решил... Не сложилось у него с семьей, не смог он сюда... Перевести. Переманить свою семью. Ага. Вот. А они в Ярославле у него? Он ведь из Ярославля? Или в Москве? Ну, он вообще наш вятский человек. Угу. Родился у нас, выучился в Перми. Какое-то время. Долгое время работал в Ярославле. Вот судьба его к нам забросила. Но много было новаций. Много всего было. Очень было интересно с ним. И было сказано много добрых слов, кстати, в его адрес, да? Ну, человек другой, человек со стороны, с другим взглядом, не замыленным, не зашоренным. И хотя часть наших парламентариев его не приняли, но тем не менее, может, было и за что. То есть мы не все можем всегда быстро делать, мы учимся все, и поэтому, как, по крайней мере, я точно знаю, что он старался и служил Кировской области честно, открыто и очень много успело раскачать здесь. Надеюсь, что мы продолжим его дела. Ну, то есть вот инвестиционно-предпринимательский десант и одна из инициатив, которая там совместными усилиями воплотилась или вернулась, да? Ну, греха таить. Это я когда писал программу своего будущего, так сказать, работы уполномоченным, одно из пунктов было восстановление... предпринимательского десанта. Это, и не хочу сказать, что моя идея, но я, по крайней мере, под нее подписался, и все предпринимательские десанты, естественно, я участвовал, вместе готовили, вместе вопросы, вместе ответы, и до сих пор есть обращения, и депутат Государственной Думы к нам присоединился в этих предпринимательских десантах, были либо помощники, либо депутаты законодательного собрания, это была новизна для нас, для них. Там, в 13-х, 14-х, 15-х годах, 16-х у нас были десанты, в которых депутаты ЗАГС собрания или депутаты Госдумы не участвовали, здесь у нас было полное взаимодействие всех ветвей власти. И, естественно, на местах депутаты муниципальных дум были, и часть из них и предпринимателями являлись, и глава района находился, естественно, заместители все участвовали. Собрано много-много пожеланий, часть из них уже реализуется, часть мы, дорабатываем, поэтому прекрасно, что это есть.
Ну, какие пожелания? Смотрите, вообще, вот вы же упомянули, да, 15-16 год. И я тоже хотела сказать, что эта практика, она именно возобновилась. То есть это не началось заново, это было уже в нашей области. И тогда были очень хорошие отзывы на то, что приезжает из Кирова большая команда людей, которым можно задавать вопросы, с которыми можно там поделиться болью своей предпринимательской. Вот что было тогда, 15-16 год, что сейчас, там, 22-23 год? Сильно ли отличаются запросы предпринимателей? То есть тогда, мне кажется, много информации еще не хватало. Сейчас, наверное, интернет настолько широко шагнул, что часть каких-то вопросов, она снимается. Что-то решается через госуслуги, что-то еще решается как-то через электронные сервисы, да? С чем сейчас предприниматели приходят? Предприниматели идут, в основном, вот шли отсутствие доступа до лесных ресурсов в северных районах. Ага. Больная тема. Больная тема. Потом, значит, все-таки считаем, что завышенный налог на имущество для районов Кировской области, он неподъемный совершенно. Это мы про имущество бизнеса говорим. Да, про имущество на торговые центры, на вот инфраструктуру бизнеса. Много вопросов было по единому налоговому счету в начале года. И налоговик с нами ездил, и мы пытались это нивелировать. И, слава богу, сейчас личные кабинеты заработали. То есть эту волну мы как бы сняли, обращение. Это изменение такое, да, ведь у нас? Да, с 1 января. И где-то мы договорились в районах области, к сожалению, опять у нас изменения в управлении всей налоговой службы. И у нас где-то в районах области нет сейчас представителей, так сказать. То договорились, что мобильные офисы будут приезжать и дальше взаимодействовать, потому что кому-то справку нужна, кому-то еще что-то. Много обращений, как же, я уже повторюсь, по лесной отрасли, не только связанной с арендой леса, по другим нарушениям системным, которые сейчас выявлены за прошлые годы, что с ними сейчас делать и как это разруливать. Угу. Много вопросов было сейчас, как бы вот, не обрабатываются сейчас, и мы дорешаем их все. Много вопросов было по инвестициям, то есть как привлечь деньги. И мы корпорацию... Как привлечь деньги, когда ключевая ставка Центробанка 12%? Да, региональную корпорацию развития представительств с нами ездили, областной фонд с нами ездил традиционно, рассказывал о продуктах. Как туризм развить? Много обращений было. Дороги восстановить. Да, общем, ладно? Да, да. Такое. Неужели? Это, да. Даже были вопросы, а почему пожарную машину нельзя новую купить в район? Много было вопросов, не связанных, словно напрямую с моей работой, с министерством. Естественно, взаимодействую с федеральными органами. Министерство у нас взаимодействует с региональными министерствами. Поэтому нам тут в этом плане мы друг друга дополняли, и нам было... Достаточно быстро мы на все могли реагировать. Слушайте, а вы туризм упомянули. Действительно есть понимание, там, не только, условно говоря, в Кирове, где в свете подготовки к юбилею все-таки как-то эта тема на слуху, но и в районах области, что сейчас местный региональный туризм будет развиваться? Или это такие, знаете, из области экзотики вопросы? Ну как у нас? У нас есть тематики разные. Верхошижемье, там спорт у нас, да. Там лыжи. Лыжи, да, роликовые, там круглогодичные лыжи. Белые холуницы, значит, у нас там все, что связано там, с этой горой, все, что с прудом связано. Под Осиновском районе у нас экотуризм, там, молодой, перспективный. Молодой человек сыр варит. Мы там лично присутствовали, когда целый автобус... взрослых девушек приехал с Великоустюга туда на какие-то там, в общем-то... Там не очень далеко, судя по карте. Далеко, да. Что-то у нас в Нолинске пряники есть, и матрешка, вот то, что я знаю про Нолинск. В Яранск у нас известен как бы, многими, так сказать. И часть земляков, которые в Шкрале живут, продолжают собираться. Собираются в Яранске, домой приезжают. То есть у нас есть чем, есть что поддерживать, есть что развивать. И я думаю, что после торжеств следующего года город Кирова пока еще все, наверное, силы направлены все-таки на юбилей областного центра. Даже наша Спасская пешеходная, да, мы, много людей из района приезжает туда, свое народное творчество сюда привозит. Насколько эффективно, покажет время, но тем не менее это идет, это происходит.
Я думаю, что вот за этот год, когда он у нас юбилейный, мы должны, можем что-то выстроить, какую-то систему вот, централизованного туризма в Кировской области. Андрей Николаевич, у меня вопрос. Еще когда лет 15 назад тогда вот были первые мысли про туризм выходного дня, 10, где-то 15 лет, про туризм выходного дня, вы помните, тогда был проект непродолжительный достаточно, по-моему, наш центр как раз развития туризма его делал, выезжали организованно в районы области из Кирова автобусы, и это было бесплатно. Такой был, не знаю, пилот, не пилот. Ну, такая была история. Они были заполнены, эти автобусы. Когда уже у нас централизованная будет вот эта история с туризмом местным? Ну, я думаю, сейчас нас в эфире кто-нибудь услышит, кто отвечает. Кто нас услышит? Да, кто-нибудь услышит. Ну, я со своей стороны... Донесите эту мысль. Я просто не помню этот проект, честно говоря. Да как? Он был не очень длинный, конечно. Там, по-моему, месяц или полтора... Каждые выходные куда-то уезжали автобусы именно в плане развития местного туризма. Ну, нет, не помните? Не помню. Ну, ладно. Не помню, я помню, что вот благодаря 2004 году, когда летом мы начали по территории Кировской области, да, еще был заместитель Лебедев, Владимир Альбертович, по-моему, мы тогда в Белой Холунице сколыхнули, и тогда вот этот объект Алпатова появился с горным, вот с этим, с горами там построилась она. Для нас это было тогда очень большой шаг, что, в принципе, туризм может развиваться. Правда, он потом в Чах там, не знаю, я экономику, может, не билась, может, еще что-то, не могу за всех думать. Я уверена на 100%. Что местный туризм по области будет развиваться, если будут организованные автобусные рейсы. Они могут быть даже не бесплатными, они могут быть даже за деньги. Просто это должна быть определенная точка сбора, точка входа, где местные там кировчане либо гости города будут знать, что вот условно в субботу в 9 утра отсюда уезжает автобус, и он едет сегодня там условно в Белую Холуницу, завтра он едет там в Нолинск, в следующие выходные он едет в Яранск, еще куда-то. Вот не работает так, если вы хотите поехать в Яранск, пойдите на автовокзал, купите билет на автобус, на рейсовый и поезжайте. Ну, мы же должны развивать... В любом случае, это бюджет. Да? Давайте мы постараемся тогда вот из районов... Ну, у нас, в принципе, сейчас есть из районов понимание, что там есть. Угу. Можем нашему министру, кто отвечает за развитие туризма, довести, как бы, если... Кстати, сегодня было на планировке рабочей губернатора, что нам средства очередные выделяют на автобусный парк. Может быть, какие-то часть автобусов и будут работать на этом направлении. Ну, видите, ведь, наверное, это было по инициативе сверху. Я просто не... Тогда, конечно. Кто-то да. ведь субсидировал эту поездку автобусную, кто-то платил за нее. Ну, насколько я помню, да. Да. Но ведь сама задача, наверное, не всю жизнь субсидировать, а сделать сама... Ну, либо... Нет, это, конечно, должно быть самоокупаемым. Да, частично хотя бы самоокупаемым. Понятно, что все, наверное, там какие-то музеи в районах содержат бюджет. Угу. Вопрос, приезжает туда, не приезжает, смотрит, не смотрит, развивается, не развивается, это... Ну... Нет, вопрос в том, что приезжать, конечно, приезжают, но если бы был организованный маршрут, то приезжало бы гораздо больше. Давайте мы вот... И экономика в районах, она бы ожила. Поговорим с министром, отвечающим за развитие туризма. Хорошо. Попробуем с ним круглый стол провести, допустим, донесем ему... Что нам, не знаю, объехал он всю область, не объехал он у нас, все равно человек свежий, маловероятно, что он успел всю область посетить и все посмотреть. Но что-то он уже видел и сам. И, наверное, какие-то задачи ему от губернатора спущены. Я просто боюсь, что в этом году мы все занимаемся городом Кировом. Юбилеем Кирова. Да, я же сказал, что юбилей закончится, пойдем... Пойдем в районы. Пойдем в районы, да. И надо сделать так, чтобы вот этот юбилей... нашим жителям районов Кировской области был интересен. И нам был, ну, раньше же коллективом как-то менялись, еще что-то, какие-то театральные коллективы, в конце концов, есть какие-то песенные коллективы, коллективы танцев. Ведь в любом случае, просто приехать и посмотреть, наверное, ну, все-таки хлеба и зрелищ получается. Ну, естественно, да. Должна быть какая-то организованная программа, это да.
То есть просто высадить людей посреди Яранска и сказать, идите куда хотите, в 5 вечера мы вас заберем обратно, наверное, это не самый хороший вариант. Вы про юбилей сказали, и, наверное, подготовка к юбилею в том числе, там и бизнеса, конечно, касается напрямую. Вот о чем хотелось поговорить в том числе. Мы видим, что у нас сейчас появляются как раз вот средства размещения, гостиницы, что-то там, движение какое-то в эту сторону. Общепит наш задумался о том, чтобы найти блюдо вятской кухни. Вот. А я смотрю в новости сейчас, наверное, уже вот время подходит подводить итоги лета. Да, и почему-то я вижу о том, что... Есть некие сообщения, что общепит может подвергнуться, там, я не знаю, каким-то проверкам дополнительным. Связано это не только с летом, не только с жарой, но в Кирове, наверное, в том числе будет связано там с юбилеем. Да? А у нас же проверки запрещены сейчас, так это или нет? Плановые проверки запрещены. Ой, нет, в плановые проверки запрещены, а внеплановые у нас происходят либо постановлением правительства, либо по жалобе через областную прокуратуру. Пока у нас город Кировская область, так сказать, не совершилось ничего, но действительно... Но за лето было огромное количество сообщений из разных регионов. Мы общаемся с омбудсменами всей страны, и достаточно много регионов, в которых что-то случилось с общепитом. Очень много. Для этого года очень много. Ну, по статистике в 2 с лишним раза увеличилось... количество пострадавших. И часть регионов... Причем это массовое там отравление, да, насколько да, я понимаю? Да, массовое, где-то 70 человек и 90 человек. И часть регионов, Роспотребнадзор в регионах отнес большие предприятия с массовым, с большим количеством пребывания людей к особо опасным. Надеюсь, что у нас в регионе до этого не дойдет. Но мы, конечно, много лет уже живем без проверок, особенно со времен ковида, да. То есть у нас мораторий, и мораторий сейчас опять уже продлен. Продлили мы мораторий на плановые проверки. Но, с другой стороны, новые предприятия возникают, и опыт ведения бизнеса у них его нет. И они могут какие-то совершать небольшие ошибки, которые... не дай бог, приведут к какой-то нехорошей штуке, и под эту штуку мы всех проверим через прокуратуру. Ну что, вот помните, у нас один маленький ребенок сделал маленький шаг, зафиксировали, 2-3-летний ребенок ушел из частного садика, и после этого мы планово проверили все детские садики. К сожалению, несколько садиков закрылось. Не будем сейчас там придумывать причины, но все то же самое может произойти и с общепитом. То есть если за эти годы, за 2-3-4 последние года тех, кого... А до этого, допустим, 3 года не проверяли, потому что предприятие только создано. В этих предприятиях есть какие-то ошибки при ведении бизнеса. Их лучше исключить. Исключить это можно несколькими. Либо все-таки почитать нормативку, либо у нас есть такая сейчас государственная услуга, это профилактический визит контрольно-надзорных органов. Это как так? Ну вот так. Наконец-то мы как бы дошли до этого. Мы много, подождите, мы хотим прорепетировать, это называется, да? Да, мы хотим вот прорепетировать. К нам приходите, мы добровольно вас зовем. Но помните, что вы нам не имеете права выписать ни штраф, ничего. Вы можете нам только рассказать, что у нас неправильно сделано. Но единственное, что... Это касается только предприятий общепита или это вообще это вообще всех предприятий и всех контрольно-надзорных органов федеральных, которые у нас попадали, или раньше в 294, сейчас 248, ну, какие-то, сейчас не помню цифры, закон, что у нас есть так называемый визит вежливости. И вот мы как раз, объезжая районы, каждый раз я предоставлял слово... МЧС, прокуратуре, где были Роспотребнадзор, и они рассказывали, как должны проходить эти профилактические визиты. Они могут приходить в документальной форме, то есть, что не обязательно работника контрольно-надзорных органов приглашать на предприятие, а могут в очной и заочной форме. Это воля предпринимателя.
пригласить специалиста, либо самому доразобраться, все ли правильно он ведет деятельность. Угу. То есть фактически сейчас, особенно вот перед юбилеем, да, перед юбилейным годом, наверное, проще вызвать кого-то, чтобы пришли, посмотрели, а потом не возникла внезапно проблема. В тот момент, когда Киров будет наполнен гостями, например. Ну, наверное, с точки зрения обывателя, да, наверное, лучше... Лучше заранее. Да, лучше заранее. Уходим на рекламу, говорит нам звукорежиссер. Мы вернемся и продолжим. Особое мнение на 101 FM. Программа «Особое мнение» продолжается. Напоминаю, что в гостях у нас Андрей Вавилов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Кировской области. До рекламы не договорили про профилактические проверки, про репетиции проверок бизнеса контролирующими органами федеральными. Я понимаю, мы не призываем, условно говоря, там, предпринимателей, а вот давайте-ка вы сейчас скажите, придите и проверьте меня. Но мне кажется, что если предприниматель, а сфера общепита, о которой мы говорили, или это такая сфера на гостей завязанная, да, если предприниматель хочет быть уверен в том, что в следующем году юбилейном у него все будет окей, то, наверное, надо как-то подготовиться, нет? Ну, конечно, лучше постелить. Знать, где упадешь, лучше постелить. Понятно. Не знаю, темы общепита, переходим к смежной теме, я бы так сказала. Это история, вокруг которой было сломано немало копий. История с антиалкогольными мерами, антиалкогольными ограничениями. Приняли в Кировской области весной, в марте, насколько я помню, да, очередные поправки в законодательство, которые в итоге криво немножко так сработали, да. И мы видели, как крупные, добропорядочные, добросовестные магазины, которые никогда не нарушали закон в плане продажи алкоголя в ночное время, алкоголя несовершеннолетним, вынуждены были либо закрыться, либо переехать по новому адресу. То есть речь идет о размещении на первых этажах, в цокольных этажах и прочее. С той поры там у нас какие-то законодательные инновации пытаются вносить, чтобы как-то нивелировать последствия этих мер. Вот. А что мы видим на федеральном уровне? А на федеральном уровне мы видим то, что многие, кстати, и в Кирове говорили о том, что необходимо, заявляется о том, что необходимо увеличить число легальных точек продажи алкоголя, чтобы задавить конкуренцию вот этих нелегалов, тех маленьких магазинчиков, которые торгуют круглосуточно, в ночное время, из-под полы, непонятно чем. То есть это вот довольно здравые мысли, на мой взгляд. Вам как кажется? Ну, мы этот вопрос поднимаем давно-давно еще. Когда-то мы в ресторанах пытались ограничить продажу алкоголя, и мы тогда отстояли это право. Я тоже за то, чтобы чем больше легального алкоголя будет продаваться, тем меньше нелегального алкоголя будет. Потому что вот те точки, которые закрылись в цокольных этажах, один из предпринимателей, так скажем, не совсем родился, сказал: ой, я там открою 24 часа. Кафе. А, кафе. Выложу один пирожок и буду. Место прикормленное. Что ж, почему что там не зарабатывать? Поэтому... То есть речь о том, что люди, которые и до этого не очень добросовестно подходили, может быть, к исполнению законодательства, с этической точки зрения, они и так найдут, как выкрутиться, правильно? Я всегда против любого запрета. Мне говорят, там, ну, ты неправильно позицию принимаешь. Я говорю, а я считаю, что тот, кто хочет, он всегда найдет. А. Б. Кто хочет быть непорядочным предпринимателем, он все равно будет. А там, мы же закрыли 268 точек магазинов. Из них 55 были 24 часа. А 55, еще там около 50, вернее, они вообще не попали ни в какое поле. То есть мы из-за того, что закрыв 55 нерадивых, 268 в общем, то есть еще 220. Еще 200 хороших. 200 ну, хороших, вот. Да. Вот как? Ну, мне могут сказать, так вы вот хорошие, это плохих и бейте, да. То есть мы должны исполнять там, государственные задачи. У нас нет полномочий закрывать соседний бизнес, перевоспитывать его. У нас мы можем только работать лучше, чем он. Чтобы шли к нам, а не туда. Вот это наша задача. Быть лучшими.
И человек всегда будет голосовать рублем. Рано или поздно те, кто хотят спиться, они все равно сопьются, а те, кто пили культурно, они останутся жить и будут пить культурно. К сожалению, я вот так думаю. Может, я не прав. Поэтому... Употребление алкоголя вредит вашему здоровью, я хотела сказать. Моему здоровью, плюс. Моему здоровью лично. Нет, не вашему, а слушателей. Ничего не вредит. И надеюсь, что мы должны своих детей воспитывать так, чтобы если они будут что-то употреблять, употребляли качественно и в компании, и где-то культурно. А лучше нет. Они в подворотне научились где-то там с пацанами где-то что-то. А лучше чай, да. Я думаю, что предпринимателям пить некогда. Самим предпринимателям. Поэтому мы, в принципе, за здоровый образ жизни. Мы, если и пьем, то пьем в меру. И чай. И чай, да. Чай с баранками. Чай и баранками, так, да. Так, буквально две минуты остается у нас до конца программы. Вот о чем хотела с вами поговорить. Реконструкция аэропорта Победилова. Мы видели эти фотографии. Второй этаж открывают наконец-то. Для меня, честно говоря, загадка, почему он был закрыт все эти годы. То ли денег не хватало на его реконструкцию, то ли бизнес туда не хотели пускать. Мне так казалось, что можно, но все-таки аэропорт — это, наверное, такой режимный объект, и, наверное, и нельзя. Вот. И запустили новый рейс в Казань. Начал он уже летать. Что меня в этой истории не порадовало, скажем так. Да? Сам факт запуска — это прекрасно, но вот то, что багаж 10 килограммов, потому что самолетик маленький на пассажира, и докупить нельзя, вот это печально. Как вам кажется, будет ли пользоваться спросом? Будет. Не будет? Будет. 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 Будет, потому что, ну, это женское понимание, что должно быть с собой 3 чемодана. Наше мужское. Мы деловые люди, у нас рюкзачок. Это вы про тех, кто едет в Казань просто. А если люди на отдых едут всей семьей? Казань? Из Казани. Казани. Из Казани летят из аэропорта. Если вы такие умные, то пошлите машину с вещами. Понятно. Или купите их. Ну, господи, ну не в чемоданах меряется. Слава богу, что такой рейс появился. Бывает в эту... Казань едешь часами там, через Ижевск поездом, либо он еще, по-моему, там через день как-то ходит. Да, я уж не буду врать. 16 или 17 часов идет поезд. Я когда-то проводником был. Поезд даже одно время «Дружба» назывался, Киров-Казань. Точно, было дело. Вот. Маршрут для меня известен. Действительно, очень долго, очень непонятный. Он еще стоит, по-моему, где-то. По-моему, сейчас дальше идет, в Кисловодск. Вот. Самолет замечательный, цена реальная. А про чемоданы, ну, купите вы чемоданное место, значит, если вы, вот вам чемодан нужен. Не продается, невозможно докупить. Во всяком случае, я пыталась и на сайте перевозчика, и на авиасейлс посмотреть. Невозможно докупить багаж. Отправляйте багажным вагоном. Вот. А нет, вообще, то, что то, реконструкция что самолет, идет в аэропорту, да. Это настолько замечательно, вы не поверите. Когда давно-давно мы его, в принципе, разморозили в каких-то годах, у нас начала летать «Победа» в Москву, это был такой прорыв, что можно было успеть и днем в Москве побыть, и ночью уже с семьей оказаться. Это дорого стоит. А тем более, вот у меня сад есть в Ленгасово. И вот эти самолеты взлетают, садятся. Это, честно, душа радуется, что у нас живой аэропорт, что у нас люди летают, что самолеты летают. Это здорово. Что бы хотелось видеть на втором этаже аэропорта в реконструированном зале? Ну вот чего вам не хватает в аэропорту? Мне в аэропорту все хватает. Все, что кому там не хватает, это издержки уже жадности, уже... Избалованность, да. И если уж там, не знаю, есть какие-то чиновники, которым что-то не хватает, у них вообще-то вип-зал есть. И вип-зал может любой зайти и заплатить или 1500, или 1000. Все хватает в аэропорту. Не верьте никому. Все это от лукавого. Не хватает взгляда через окна на летное поле. Вот это со второго этажа будет прекрасно видно, насколько я понимаю. Спасибо. Это вот да. Спасибо вот это да. Большое Андрею Вавилову, уполномоченному по защите прав предпринимателей. Мы программу «Особое мнение» на этом завершаем. Она доступна на нашем сайте. До свидания. До свидания. «Особое мнение» на 101 FM.